Папоротник посаженный тоже хорошо. 6 часов. 55 градусов. Поедем и налево. Хорошо, красиво. И папоротник посаженный тоже хорошо. 6 часов. 55 градусов. Поедем и налево. Повернули, поперли по прямой. Пускай больше там. Почти 3 километра, даже меньше. До самого их дома. 3, да. И вот трасса. Московская, даже 3, даже, Славянка. Московская, Славянка. Здесь проезд грузового транспорта запрещен. Может быть, в следующий раз напишет Пушкин, старый, новый. Проезжаем мост и энерго, синее здание, напротив поста ГАИ. Мост такой вот переходный. Наш ориентир теперь у нас крутой. Таможенный терминал. Нет, справа. А, вон то. Вот это вот. Магазин этот. Угу. Вон ориентир у нас висит. Сейчас мы там под мост заедем, и обратно также на него направо повернем. Дальше нафиг это самое. Рачуха машин. Уже сколько. Приехали. Вот мы здесь. Наш подъезд тут. Ночная съемка.